На столе в городской избирательной комиссии специальные наборы. В них значки с символикой для членов участковых избиркомов, печати, а также первая партия листовок памяток. На них указан порядок, по которому избиратель, независимо от региона проживания, может обратиться в любую избирательную комиссию страны и написать заявление о желании проголосовать также в любой точке России. Ему необходимо лишь знать примерный адрес, по которому он будет находиться в день выборов 18 марта. Для этого нужно написать заявление в пункте приема заявлений с 31 января по 12 марта. Мы работаем в территориальной избирательной комиссии, принимаем такие заявления, в МФЦ города-курорта Анапа, либо на сайте государственных услуг. А такое заявление подать в участковую избирательную комиссию, замечу, в любую участковую избирательную комиссию Российской Федерации, избиратель может подать с 25 февраля по 12 марта. Любой гражданин Российской Федерации приезжает в любой пункт приема заявлений, обращается, его посредством системы ГАЗ-выборов передают в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в базу, его исключают из списков избирателей по месту регистрации и включают в список избирателей посредством реестра в список избирателей по месту нахождения. Важен каждый голос.